Давай. Пип. Чё, как, братки? Или... Ты уже начал? Нет, подожди. Я это оставлю. Ёпту, бля. Так, а как делается ловушка? О. Ты готов записывать? Да, я включил уже. Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон и Антон, и мы играем, продолжаем Don't Starve Together. Слушай, рад приветствовать вас, седьмой день у нас в полете. Слушай, я вижу ловушку, которую я поставил. Хорошо. Короче, надо на кроликах. Кстати, если мы будем много есть животных, придет монстр животных и убьет нас. Да прям. Я тебе серьезно говорю, это не шутка была. Это была не шутка. Это серьезно приходит монстр? Да, если рубить много деревьев, придет древесный монстр и убьет нас. Слушай, нам нужна машина для... Для выживания? Нет, Science машин. Но ты сможешь крафтить только возле этой машины. Ну и что? Так, нам нужно одно золото. О, пошли, пошли к свиному королю. Пошли. Где он, блин, я не знаю, даже где. Сейчас. Нам надо идти аж на самый... Ну давай быстрее. Пошли направо. Бегом направо. Надеюсь, за сегодня мы добежим. Добежим, лучше, забежим. Лучше, да? Да, по дороге беги. Свиной король. Свиной король правит всем нашим миром. Мне лопата, кстати, понравилась. Я и раньше не пользовался. Ну, лопата прикольная. Она вот так вообще зад... Пошли вниз. Ой, какой-то звук. Какой... Да, пошли, ну, это, рассудок теряется. Я опять монстров вижу. Не, у меня 120. Почему? У меня тоже 120, но у каждого, наверное, порог свой. Я старенький уже, бабушка. У меня свои заскоки, свои тараканчики бегают. Ну, восьмой день. Ты выживал до восьмого дня? Да, я выживал, по-моему, до 12. Ух ты. Что-то. Может, мы побьем рекорд? Не знаю, был бы рад. Ралли Париж-Макар. Вот так проводит свой вечер взрослые мужчины. Вот так вот. Взрослые мужики делают так. О, смотри! Да! Знаешь, что это значит? Это золото бесплатное? Нет, это смерть бесплатная. Велкин Хедстон, видишь? Да, сейчас выкопаю. Подожди. Я могу все поджечь хером. Надо... Ладно, поджигай нафиг. Да нет, давай, выкопаю. Сделаю лопатку. Че это такое? Чего? Ну вот, Хедстон. Это могила. Ах ты! Вот, видал? Подожди. Убегай, поджигай нафиг все. Сдохни! Где ж гриб, бери. Да, вот гриб, нормально. Гриб. Подожди, хотя нет, тут хера не нормально. Уйди, 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 уйди. О, свиньи, тут свиньи, свиньи, сражайся. Свиньи! Свиньи! Это одна свинья. Ладно, ее тоже достаточно. На. Опа, что там я выкопал? Гриб. Зеленый гриб. Подожди, подожди, свинья бьет. Блин, у меня здоровье упало. О-о-о, мы сможем сделать ловушку для птиц. Почему? Потому что здесь выпала куча этой паутинки. О, еда, еда монстров, еда монстров. А чё темнеет так быстро? А, нет, это тебе кажется. Слушай, куча паутинки, ну это хорошо. То есть мы можем собрать, уже... собери, у тебя есть, собери. Да, у меня есть. А я пока выкопаю могилу и покажу, что в могиле. Красный камень. Свинья, точнее, свинья. Иди сюда ко мне. Топорик, или как тебя зовут? Сундук с ногами, вот. Топорик, сундук с ногами. Ну, а слушай, мясо у меня три паутинки. Что бы тут съесть такое? А пошли дальше туда в лес, проверим, что там пока... Мы ж пошли, чтобы золото сделать. Science а, машина, да, да, помнишь, да, да, побежали. Эти прекрасные надежды на успех. Просто идея перескакивает с одной на другую. Да вообще, я не понимаю, как здесь можно пройти эту игру, если ее можно пройти. А я вообще нельзя пройти тут. Только все хвастаются только количеством выжатых дней, и все. А рано или поздно все равно все умирают, так что особо не обольщайся. Грусть. Ну, по крайней мере, мы пока записываем. Смотри, 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 смотри. Да, я видел. Опа! Это шикардос вообще просто. Опа, да? Халявные грибы. Пошли. Халявные грибы. Опа! Слушай, мы до секс-машины не дойдем. До секс-машины не дойдем. Да, пошли. Дорога закончилась. Да тут уже мы пришли. Че нам, кто нужен? Король? А свиной король, по-моему, ночью. Вон он.
Он функционирует, он. Функционирует. 24 часа он. Ешь давай. Что ты его кормишь? Он не ест, грибы. Ладно, давай, где тут? А что он ест? А он ест мясо монстров? Нет, смотри. Как? Подожди, мясо монстров. Блин, он отказался от камня. Камни изумруда. Вот он, собака. Он отказался от пищи монстров. Подожди, может цветы? Нет, ему не нравятся цветы. Да вообще он зажрался. Ему нужно, значит, железячки давать, всякий хлам. Есть такое еще, выкапывается, хлам называется. Просто хлам. У тебя сколько паутинки, скажи-ка мне? 3 у меня паутинки. Ладненько. Убью-ка я зайца. Зайца? Бедный зайчик. Ладно, иду монстров я пожарю. Пожарить нужно кушать, да. И мухоморы пожрал. Обычно я не ем мясо монстров. Но, блин. Сегодня особенный день. Сегодня здоровье совсем, совсем страдает. Так, 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 подожди, у меня еще куст рис. И вот я могу посадить куст. Куст? Это куда же мы без куста-то, да? Это не посадить куст. Могу сделать шляпу себе. Сделаю шляпу. А ты можешь лопатой закопать куст? What the fuck? Что это было? Что случилось? Я сделал какое-то сердце? Что за фигня? И что ты говоришь там? Смотри. Что это? Что это такое? А, это из разряда ловушек. А что она ловит? Телхёрд. А может, вот. Suck your blood, Тури. На, на. Мою кровь, чтобы сделать какую-то фигню. Ой-ой-ой. Как можно его поставить где-то? Не знаю пока. Свин спит. Угу. Ночь близится. Я ем. Блин, сердце это из разряда выживания. Нет, это смотри, она говорит. Suck your blood to монстров. Давай подойдем. Никак, нифига. Можно побежать за монстром? Такой длинный монстр. Да, ну нахер побежали. Да, лучше вернуться домой. Это, блин, 8-й день и... Мой дом там, где мой костер. Да, правильно. Такие дела. Ну, по крайней мере, я не знаю, что такое. Вот, блин. Штел, петлет. Гвоздли какой-то. Не знаю. Можешь съесть, можешь поджаришь его и съешь. Кости. Не знаю, восстанавливает тебя... В качестве призрака? По-моему, что-то такое. Блин, бабушка у меня за голову берется. Если бы ты видел мой рассудок, он скукожился. Как это? Ну, знаешь, вот у тебя мозг, да, нарисован. Ну. А у меня он уже такой, знаешь, как воздушный шарик, спустивший, да? Так, слушай, знаешь что, пошли ловушки проверим. Пойдем. Или подожди, жизнь, может мы... Дня, пошли. Мы сделаем больше ловушек. Я умру скоро. Почему-то, знаешь, моя смерть пришла. Да прям, ладно. Каждым... Пошли на север, на север, на север. А ловушки до дорожки, где-то были. Ловушки, 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 ловушки. Проверим наши кукушки. А они, слушай, как-то не отображаются ловушки. Странно. А, у меня отображаются. Раз. Как ну, ты по крайней смотришь? Мере, моя. На карте увеличиваю и смотрю. Ой, твои вижу. А, где? На... В Караганде. Блин, далеко что ты так? Да, на севере. А, вижу одну, все. Побежать туда. Если я умру, пожалуйста, возьми мой сундук. А с чего ты умрешь? О, могилу нашел. Пойду лягу возле нее. Блин, давай выкопай что-нибудь. Копай, копай, старуха. Она тупая, уже мы не ее, может... Мы так. Ее вскапывали уже. Нет, тут... Еще одна. А че ты, я не понял, старуха. Да она выкопана уже. Да как так? А че ж на гробе стоит? Ну и все. А че за дискриминация-то еще? Пошли к этим. Вау, я взял какую-то крылья бабочки. Говорят, что ты хочешь жрать. Еще крылья бабочки. Да я вообще при смерти вообще-то. Какие крылья бабочки, не бери ничего, их тут нет. Может, тебе кажется... Есть, они реально восстанавливают и аппетит, и здоровье, и сердце. Странно. Butterfly Wings. Я бегу за тобой! Давай, давай. Так. Я у тебя на хвосте. Так, подожди, я посмотрю карту. И на хвосте. Мы близко, мы близко. На хвосте, на хвосте. Мы близко. На хвосте. У тебя я на 9-й хвосте. Девятый день. Девятый день. Восьмой, какой девятый? Девятый. У меня 8 написано. У меня 9. Ха-ха!
Это альфа, друзья, это альфа. Да, по-моему, нормально все, нет? О, ловушка, мы нашли кролика. Ловушка шевелится. Да. Ну, я уже хожу в компании своих галлюцинаций, что не может не радовать. Это как? Ну, рядом такие всякие монстры. Такие, знаешь, расплывающиеся. Подожди, а где-то тут еще было... Вот, вот сюда, налево, две еще. Я просто хотел еще одну посадить. Посадить? На крючок. Ждет тебя, старинный дружок. Вот тут они, что ли, где-то, да? Нет, наверх отсюда. Просто если можно много-много-много ловушечек посадить и потом это... Типа собирать бабло, да? Да. Вон, вон, пчелы, блин. А пчелы просто не убивают, убивают бешеные пчелы. Вот, одна готова, я посадил еще одну ловушку. Оставим. И надо, знаешь, сделать еще одну, пожалуй. А для этого нам нужно... Я убил кролика. Для этого нам нужно вот это собирать. Что, так я тебе дам, может быть. Да, я соберу. Все, я сделал еще одну ловушку. Ловушка, ловушка, кукушка. У меня, видимо, вот эта штука, которая как-то цветочки вокруг головы, да? Да. Они рассудок нормально делают. Да. Я тебе же говорю про это. Я попробую пособирать немножко цветочков, чтобы. Боже, я думал, тебя убили. Не, почти. Собираю пока цветы, чтобы не поправиться. У меня 5 есть. Шапки. 5 есть, у тебя сколько? Мне нужно, у меня 3, мне нужно 12. Блин. Да. Тогда я буду дружить со своей головой. Это было бы неплохо. Мы уже, кстати, можем поставить стационарный огонь, в который просто будем дрова подкидывать. Блин, я классно выкапываю. Вот если бы этому можно было найти применение. Угу. Если бы только я знал. Ну чё? Давай ищи цветы. Да я пытаюсь, но пока почему-то собираю. Нет. Сади. Да сади ты, старуха. Нет. Как-то посадка травы не радует старушку. Так, подожди. Где? Я тебя потерял. Да я тут собираю для очередной ловли этих зайцев. Ну, похоже, ты так далеко, что... Да нет. Ну да, все. Может быть. Ты сдух? Нет, еще все в порядке. Ну все. О, блин. И пошел дождь в нашей дыре. Так, я думаю, надо нам возвращаться. Ты где? Бабушка, ты где? Интересно, на карте я тебя увижу? Нет, я тебя не вижу на карте. Бабушка, ты где? Я на севере, внучка, на севере. Давай, я... подходи к улью, который тут. Подкатывай, бабуся, подкатывай. Подожди, подожгу. Подожди. Ах, я поджег улей. Ну ладно. Дебил. Я зато нашел тебя, внученька. Ты нашел меня? Да. Дикий пчел. Кстати, улей сгорит, может быть, с него что-то выпадет. Давай бежим отсюда, вон нахерен. Нахерен? Нахерен. Давай бежим. О, мясо, подожди. Блин, не успел приготовить. Ваня вот. Ох ты, боже. Тут и кролик еще поймался. Знаешь что? Опа! Пчелы атакуют, если ты в курсе. Они достаточно безумные. Меня они почти убили. Давай куда-нибудь поставим. Да, побежали. Давай вот тут поставим этот. Я бегу, давай. У меня нет. Ставь. Давай бежим. Как ставить? Крафт. Давай сюда ко мне. Факел. Крафт. Иди сюда. Факел, ставь. Вот два. Улететь, они не хотят уходить. Да просто откроем, отходи. У меня много здоровья, я старуха, но я. Блин, ладно, я умру. Да не надо, отходи. Пусть, я не знаю. Что делают свои дела? Да ты их не убьешь. Мне нужно приготовить мясо. Мне тоже. Интересно, что будет раньше? Умру я от пчел или от голода? Ну, я вроде чуть восстановил. Да, я тоже так слегка. Но смотри, они не отстают. Блин, отстой. Можно только убегать далеко, и тогда они отстанут. Я побежал по дороге. Наступает ночь! Давай ко мне. Да. Я прибежал. Чуть у меня пчелы эти пукают. Блин, ну просто надо бегать тут вокруг них. Да?
и как-то отжираться. Ой, они... Отходи. Они бьют наш контейнер. Один сундук наш бьют. Бейте сундук. Да. Сундук, не ходи к нам. Не ходи к нам, сундук. Ой, подожди, кролик. Да, хапай. Ой-ой-ой. Вадим. Групповая, тимворк. Так, я убил кролика. Хорошай. Ой, какой-то монстр. Где? Да, он стоял. Черный? Да. Да, ходят такие твари. Так, у меня пока... Ну, я пока пытаюсь жрать и... И как? Да нормально. Получается? Да, и ставлю еще ловушки. 9-й день. Аллилуйя! Yeah, рок-н-ролл. 9-й день назовет тебе. Выживем. У нас тут много ловушек, надо больше ловушек. Больше. Больше ловушек. Тогда пошли отсюда, а то сейчас мы возле пчел не будем бегать всю жизнь. Да и у меня тут нет пчел. Лишь одна какая-то дефектная. Ой, дефектная, она за мной побежала. Вот они разделились тоже, как и мы. Отстой. Как ее убить? Она исчезла. Ей задолбало ее за мной летать. Фух, ладно, промазал. Даже не знаю. Я просто... Ты бегаешь все еще? Еще бегаешь? Ну да, я... А вы еще бегаете? Тогда мы идем к вам. Я пытаюсь тут слушать очень много норм. Ох, блядь, укусил одна. Ты уже при смерти? Да нет, не знаю, как понять. Я не знаю, друг, я пошел... Ах! Я умер. Я дух. У меня, кстати, есть это... Вот это титли хард. Давай, я иду. Я иду. Может, к тебе. Я тебе могу дать? Где? Давай, я иду к тебе. Ты где? Я вот у ловушек наших. Я пришел к ним тоже. Вот, стой. Я тут, вот. Дух. О, да, я тебе дам. Подожди. Давай, подожди. Рок-н-ролл! Круто! Черт возьми. Для призраков. Шикарно, слушай. Полезная вещь все-таки была. Охрененная игра. Здоровье сколько у тебя, полное? Нет, ну больше, чем было. Я пойду свои вещи подберу. Давай, это важно. И тут скелет мой. Интересно, можно его подобрать? Не знаю. Можно? Нет, он что-то просто ничего не делает. Но слушай, это круто, сердце. У меня тоже есть сердце, поэтому если ты умрешь, я смогу тебя воскресить. Круто. Шикарно. Шикардос, как еще можно сказать? Да, это вообще очень крутая игра. Я просто хочу собирать ягоды, я не хочу выкапывать кусты. А монстры и правда, слушай, у меня тут глючит. Глючит. У меня вообще мозг уже тряпочкой превратился. Да? Да. Это плохо. Скоро ты меня будешь видеть в монстре и попытаешься бить. О, здесь такой туман. Я нашел какой-то биом с туманом. Я нашел золото, тебе надо было золото, помнишь? Не помню. О, я выкопал призрака! Из могилы! Хочешь посмотреть? Да. Давай ты сюда, налево. Нашел. Подожди, я нашел это. Ловушку. Кошмар какой, за мной призрак летает. Сейчас я его прижму. Ловушка не сработала. Ты где видишь ее? А, кого? Ну, где ты? Я налево ушел, а сейчас я бегу к тебе. Так, а я ловушка. Ты видишь меня по карте или как? Нет, ты же сказал, ты возле ловушек. Ну, я возле тех всех ловушек. Наш. Я сейчас к ним прибегу. Не, призрак отстал, так что я... Ну, ладно, хрен с ним. Игнорю его, пойду к нему так, опять. Так, пока день. У меня еда закончилась! А, подожди, съем-ка я семена. Жалко, что на скаку нельзя кушать семена. Да. Ну, может, потом ведут. Какую-нибудь такую функцию. Так, еще одна ловушка. У нас будет просто кроликоферма тут. Кроликоферма. Ты кроликобарон. Да. Мы, кстати, разводим кроликов. Интересно, если убить призрака, что-то выпадет? Потому что у меня написано «Атак» можно его сделать. Летает медленно, но... А где ты его нашел? Ты примерно по карте где? Я... Вот влево от ловушек. Угу. Сразу влево под ловушек прямо. Подожди, влево? Рядом с нашим костром? Нет, левее. А там левее же ничего нет. Туда я пошел и разведал. Как ты левее пошел? К-
Так, левее, не правее, левее. Подожди, что-то... карта, черт возьми, крутится в зависимости от того... Я подобрал, я выкопал яму, и там был бензин для ужаса. Че? Бензин для ужаса. Nightmare Fuel. Слушай, я бегу к тебе, а то ты меня не найдешь так никогда. Кстати, скоро ночь, надо уже... Да, я поэтому бегу к тебе, ты-то думал, что это... Показать тебе Nightmare Fuel? Нет. Я просто бегу в сторону твою, но не знаю. Я возле ловушек. Уже? Что-то из монстра какого-то слышал. О! Блин, найти... Одна полная. Собирай. Мне некуда класть. У меня уже... Все. Блин, за... как бесит эти... А ты труп-то мой видел? Нет, я не ходил туда. Так, и думаешь, ты где? Надо? Давай возле костра встречаемся. Хорошо, а где костер? У нас, блин, есть костер. По карте посмотри. А налево, если пойти, или где? Направо? Посмотри по карте. Вот смотри, лево от ловушек или направо? Вверху. Его на карте не показывает. Вверху у меня. У нас, если ты нажимаешь ЕК... А, нашел, все. Вертишь, то у нас вижу, с тобой... Вижу, все, я просто не думал, что... Не, я просто к тому, что у нас меняется это... Да, стороны да, света. Вертишь, что лево и право быстро да, меняются. Поэтому мы как бы... В разных местах говорим. Да. Там, кстати, ловушка одна полная, если что. О, возьми ее. Не могу, у меня места нет. А, слушай, а палочки есть? Палочки? Ха-ха, кокериалочки. Блин, слушай, знаешь, что надо? Эту Science Machine. У тебя золото есть? Да. Дай золото. Вот в сундуке возьми, в ходячем. Я пока пытаюсь что-то съесть. Я пытаюсь сделать Science Machine и... У нас будет... И? Тут... У нас тут база будет, короче. Кстати... О, да! У меня теперь вообще открылась Magic какая-то. У меня... А мне зачем это открылось, если я и так все это знал? Ты все знаешь? Ну, почти. Ой, странный звук. Я умираю. Слушай, я сейчас умру. У меня, так, если есть что, есть сердце. Сердце есть. Ладно. Смотри, у меня... Я взял двух хомячков и повесил как сережки. Я очень добрый. Это называется этот. Ой, нашел твой скелет. Это называется утепляющие уши. Блин. Да. Наушники. Ты далеко не отходи, потому что я тебя потом не найду. Ладно, я тут рядом с тобой пристроюсь с твоим скелетом. Еще ловушку можешь. Поставить какую-нибудь. Какую-нибудь, если смогу. Где у меня? Что-нибудь тут, блин, есть? Нужно 2,6. Нет. Нужно птиц ловить. А для птиц нужно... Я же мог собирать траву и деревяшки. Все, сейчас придет капец. Давай, мне. пошли к костру быстрее. Становится совсем темно. Быстрее к костру. Я в темноте! Все. Шипит что-то. У меня тоже. Подкидывай. У тебя тоже? У тебя что, еды нет? Да. А я тебе могу дать кролика. Давай. Подожди. У меня разум на нуле. Кролик мне не поможет. Ну, ты умрешь в любом случае? Да. Блин, бабушке реально плохо. О, слышишь звук такой? Да. Это гончие пришли. Че это пришли? Встань. Гончие. Какие нахрен гончие, не отходи от меня. Я иди сюда. С тобой, внучка. Внучка, я с тобой. Не волнуйся. Какие нахрен гончие? Будет хорошо, мы увидимся с тобой. Мы выживем. В следующей жизни. Ты веришь в карму, старушка, бабушка, внучка? Это свинки. Свинки? Да куда ты отходишь-то все? Воу! Рок-н-ролл, 10-й день или 11-й. У меня 11-й написано, да. Это странно, конечно. А у меня 10-й. У меня уже краски померкли. Стало все черно-белым. Ну, умри тогда. Я знаю, что надо. Надо просто садить деревья вокруг нас. Да, да, тебя как-то... Шпилят. Монстры какие-то тут просто появляются. Монстр атакует меня. У меня тоже как... рассудок. Так, знаешь, так сжался, как... Как на морозе. Да. Тут все ярко стало. Не пойму, что происходит. У меня галлюцинации, наверное. Да, думаешь? Да. Самый настоящий, что есть. А слушай, дух какой-то. И он меня теперь бьет. Подожди. Да. Я убил его. Круто, блин. Ой, тут несколько духов. Они бьют меня. Опа! Ну здорово. Ты бабушка в очках. Все, я летаю? Мы летаем? А как мы можем воскреснуть? Ну, я вот тут... Я в очках. Сердце надо, подожди, вон, сердце, подожди.
Где? Ты можешь взять? Оно не берется. Мы теперь можем только летать. Не, как-то сердце. О, гончие. Да? Я же говорил, вот это гончие. Хоть ты посмотрел. А давай куда-нибудь пойдем. Мы по-любому можем выжить, потому что... Да, теперь нам все по барабану. А призраком быть не так уж плохо. Да, прикольно. Каспер. Проверим наши ловушки. Хотя нафиг они нужны. О, можно бить ее так? Подкидывать можно. Я вселюсь. Охо-хо-хо, он так говорит. Слушай, мы можем карту проверить, вообще какой-нибудь ад зайти, да? Ну, типа того, но я не уверен. Ну, давай попробуем. Смотри, десятый день. Ну, или одиннадцатый, по твоему календарю. По моему, десятый. И мы с тобой превратились в призраков. Мы сдохли. Мы сдохли, проще говоря. Да потому что мы не ставили это... Базу свою. А мы не можем поставить базу вообще. Почему? Чтобы поставить базу, нужно ресурсы иметь. Чтобы их собрать, нужно бегать по карте. А, вот это всегда так, это всегда так. Это хардкор. Скажу тебе честно, десятый день не так уж и плохо. Да? Не так уж и плохо. Для первого раза неплохо. Вообще, вообще для первого раза тем более. А я играл, по-моему, третий и умер на четвертый день. Бывало и такое, бывало и такое. А что тогда нам делать? Может, мы как-то можем воскреснуть? Ну, я не знаю, наверное, есть какой-то портал, который... Не, может, мы можем найти его? О, подожди, еще один дух. Вот я тебе про него говорил, может, его бить можно? Подожди, куда он делся? Галюны ловит, галюны. Нет. Могила, может, мы в могилу можем сесть? Ну-ка, подожди. Точно. О, привет! Подожди, еще один призрак? Изучить призрака, да. О, еще один призрак. Воу, туса призраков! Туса призраков! А ты как зомбирок! Шикарно! Давай поищем чего-нибудь тут. Нет, карта большая. Я не уверен, что нужно бегать по дорожке, потому что смысла в этом нет. По дорожке быстрее, нет? Да мы же призраки, нам все равно мы летаем. Ой! Ты видел, что стреляет? Подожди, я. Смотрите, как падает! Золото! А, нет. Смотри, какой глаз! Это летающий глаз, ходячий. У него есть яйцо. Вот, видишь, яйцо можно приготовить или вырастить, по-моему, кого-то себе. Это оно стреляет с этими летающими камнями. Да. И тут земля просто огненная. Ох, ты видел, его подбило. Да, значит, не он. Смотри, тут еще. Вот тут целое питомство у них. Питомство. Прикольно. И прикинь, один отвлекает, а другое яйцо ворует. Каменный биом. А, вот смотри, тут особые эти скалы. Это называется каменный биом. О, подожди, дух вот. Может, еще это один? Можно? Да нет, это вот такой. Глюны у меня. Глюны у кого? У призрака? Глюны у призрака. Мне кажется, если бы мы играли соло, нам бы сразу перекинуло. А тут так как типа вместе, типа можешь возрождать друг друга. Если кто-то еще зайдет, например, третий, наверное, точно. Он может нам сделать то сердце, которым я тебя воскресил, или подобрать. Да. Тебя там, и кого-то